Видимо, невидимо. Снимай. Так, обратите внимание. Обращаем внимание, что ты уже снимаешь. В отличие от нас, вы знаете ноты. Ага, сейчас тебе этот главный фотограф настроит. Стоячки, я на потом. Мешочек. Ничего себе, он так. Ну да. На мешочек. Вчера Лариса делает торт. Мишико. Настоящий джигит. Как закинул и торт. Ага, я в торт закинул. Какой у тебя классный мяч. Говори, с Новым годом, поздравляю всех. У тебя эфир. Поздравляю всех с Новым годом. С Новым годом! Это камера на Ария, центральная улица, все видят, да, тебя готовишь, да. Что ты желаешь в новом году? На иврите можешь поздравить всех одноклассников. Иди давай поздравь, что ты желала. Что ты зачислял? Давай. Боже, две больше. Всех с Новым годом. Молодец. С наступающим Новым годом. Скажи счастье, здоровье, мира всем, всем людям, доброй воли, как говорится. Мешочек, иди поздравь, иди сюда. Ну вот, ребята, 1 января 2024 года. Нагария. Морское побережье Средиземного моря. И вот идет вся практически наша семья. Кроме Володи, брата, и его жены Ларисы. Вот его дочечки Соня и Ева. Тетя Люба, тетя Соня. Это мама жены. Это мой дядя Валентин. Лариса, вон, сестра синей курточки со своим мужем Сережей. Привет, привет. Всем привет. Я тут про вас немножко рассказываю. Кто это идет? Да, с Новым годом всех поздравляют. 1 января. Вот тетя моя идет, Наталья. Давай, давай. Вон еще одна Наталья идет. Ага, тут. Да, птичка шикарная. Красивая. Софьянами вот так вот кружатся, ну я не знаю, где-то 50 штук их, именно пеликаны, и они вот так вот, а там же этот самый лиман рядом прям, где-то 100 метров от дачи у нас лиман, рыбалку ходили, потом пока его не выкупили частники, и они там вот как садятся, то все там. Выжженная земля напалм. Я представляю. Они столько рыбы съедают. Бакланы. Знаешь бакланы? Да, конечно, бакланы. Такие вообще. Черные, да, такие? Да, то вообще там чуть ли не по 100 килограмм в день. Шикарно, слушай. Соль ждет своего мальчика. Ага. Алые паруса, видишь, сидит. Вижу, вижу, да. А цор, Соня, стоять. Видно ее? Да, еще как видно.
А ты уж приближаешься? Да, конечно. Можно мне пойти? Это если поедет. Сонечка, она слышит, она чутьем, ухами, вот какими-то чувствами слышит, что идут к ней, приближаются. Не рыбаты, но похожи. Небеспека наближается. Ну да, я сколько ей лет? И пальмы такие, ели есть, не густо, это где-то есть, это бы еще, есть, не густо, нет.